что-то не успели выехать. Самалык как. И вот уже Ахангаран. Они рядом. Уже полчаса прошло. Ну, улицы, конечно, широкие. Вроде города, не сказать, там да. Супер великие. А улицы очень широкие. Очень широкие. Что там? Ну, тут новые дома уже настроены. Даже еще не заселены, внизу будут магазины. Все навьё. Еще навьё, да еще тоже никто не заселился. Не, да, никто не. Уже написано, что будет, но. Так, это мы на микрорайон поставили, да? Да, ты же на микрорайон поставил. Женщина просила. Первый микрорайон. Вроде бы поставил и это навигатор первый микрорайон, но не знаю, посмотрим. Через 700 метров налево резко. Через 500 метров на светофоре поверните налево. Дальше. Это, видимо, для пешеходов, что ли? Угу. Нет, для машин тоже. Никогда меня не выжимай. Не Россия. Сюда? Да. Вот тут как-то вон туда куда-то надо. Этими машинками. Да. Да, вот куда-то туда. Прямо через 300 метров повернем направо. Ну, это вот это. Как мы понимаем, первый микрорайон. Ну, да. Так вот он по нему и проедет. Вот давай. Остановились позавтракать. Смотрите, что нам принесли. И попросили. Завтрак же ведь у нас, значит, кашка будет. Это плов. Посмотрите, что нам принесли.
капусту острую и хлеб. Ребят, хлеб. Всегда лепешку приносили, тут хлеб. Так что вот уже разница. Вот уже по-другому. Отъехали 70 километров от Ташкента, и совсем уже все по-другому. Вот отличие. Принесли нам не зеленый, а черный чай. И без сахара. Все как нам надо. И плов. С яйцом, немножко мяска и рис. Все как в лучших домах. Мы до того уже привыкли к этой еде, так мы что-то уже всему радуемся. Особенно, когда голодные. Смотрите, как я ем плов по-русски. Изюм и нут я отковыриваю. Выковыриваю из булки. Все остальное съедаю. Альгиз молодец, он все съедает. Нут, это ему вообще полезно. А я что-то как-то не могу к нему привыкнуть. Ну и что? Зато мне рис уже давно нравится, вкусный. Он, конечно, сластит. Не так, как вот мы делаем, как отец сделал. Вот. Они многие говорят, что здесь кладут желтую морковь, чтобы плов не был сладким. Но в то же время кладут изюм. И плов все равно сладкий. Но вкусный. Я привыкла уже, мне вкусно. Зато мы хлеб не едим. А хлеб мы не едим, как нам положили, так и положили. Так он и остался. Позавтракали. Наш завтрак вышел на наши деньги всего лишь 120 рублей. То есть по 60 рублей с человек. Красота. Ага. Так, это первый микрорайон мы узнали. Точно приехали. Сейчас мы поищем дом. Сара Шагаева меня просила. Она прямо точный адрес написала. Дом номер 11. Но женщина сейчас нам сказала, что в первом микрорайоне дома начинаются с 30-го. Так, а двухэтажки, вот второй дом, это она сказала квартал. Угу. Двухэтажки, это квартал уже. А вот это будет первый дом. Наверное. Ну, сейчас надо здесь у кого-нибудь узнать. Да, спросим сейчас. Здравствуйте. По-русски разговариваете? Нет. Так. Вон написано 2. Вот тут написано где-то там за деревьями 1. Вот сказали, двухэтажные дома относятся к первому кварталу. Ну, не знаю. Надо у кого-то спрашивать. Никто не знает, пока у кого спросили мы. Никто не знает. Так интересно, первый микрорайон и первый квартал. Две разных вещи. Вот номер 1. Как бы это узнать? Как бы это узнать? А, вот сейчас мы вот жителей спросим. Сейчас подойдем и спросим. По-моему, как раз жители стоят. Вот женщина. Здравствуйте. Здравствуйте. Вопросик. Вот этот дом относится к первому кварталу? Да. Точно, первый квартал. Да, а вот первый микрорайон? А первый микрорайон? Чуть вот подальше, да? Да, 4-этажный. Значит, этот. Значит, этот. А кого вы ищете? Никого. Просто показать, видишь, сказали дом. А-а-а. Мы из России, люди сказали, первый квартал, первый дом, покажите дом. Да, потому что они жили здесь. А кто такие? Скажите. Не знаю, не знаю. Фамилию скажи. Ну, она же, наверное, по мужу. Ну, и какая разница? Нет, здесь родители жили. Это давно, 40 лет назад это было. Ну, что? А я 50. Ну, так вот если бы она мне ответила, а так она Шагаева. Сара Шагаева. Сара. Это дочка, но это дочка. Вот, кто жил? Да. Нет, родители. Родители жили. Да. А она, наверное, уже фамилию сменила по мужу. Да, вот поэтому уже не вспомнила. Нет. Шагаевы жили здесь. Шагиевы жили. Ну, все равно так общий план. Да. Все равно она разжила здесь, она вспомнила. А еще вот первый квартал, она сказала, 11-й дом. А это там.
один первый, вот по дороге пойдете, вот по той, и вот там найдете. Первый микрорайон. Нет, первый микрорайон. Первый микрорайон, 11-й дом. А это вон где школа там. Где школа, да? Да, вот нет, туда. Зачем? 11-й дом. 11-й дом. Тут сказали, говорит, вообще, говорит, 30-го. Вот за военкоматом поспрашивайте. Нет, там 40-й, 53-й. Тут вот эти дома. Ну вот тут нам сказали, что тоже от 30-го начинается. В принципе, да. Я в 14-м жил. 44-й. Я 45-й, я в 14-м за первый. Так, Сара, вот первый квартал, дом номер 1. Вы не написали, какая квартира, но все же. Вот показываю. Да, сними общий план, все подъезды. Я здесь 64-го года в этом году. Ладно. Так, вот первый, второй, третий. Вот как раз, да, женщина сказала, что знает здесь, знала всех, уже 50 лет здесь живет. Вот, могла бы что-то и рассказать. Вот этот домик. Вот он как стоял у вас, так и стоит. Ничего с ним не случилось. Все хорошо, все чистенько, все облагорожено. Вот, может быть, ваша мама помнит эту женщину. А как у вас фамилия? Гордина. 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 Да. Вот она, потому что мама сидит сейчас у экрана и смотрит, говорит. Да, Гордина. Шура. Гордина Шура, вот, если вы слышите. Вот мамочка. Я живу 64-го года в этом доме. Вот. Вот, видите, вдруг это, узнаю, наверное, да. Знакомо, потому а что... А соседи были. Да. Да, вот интересно. Не знаю. Не знаю, если бы знали... Эта связь не открытая, поэтому через интернет... Сара? Татары, значит, вон там жили татары у нас. Вот внизу жили татары. Но она умерла. Эти тоже умерли. Эти уехали в Россию. И мама-то, видимо, жива. Она сказала, что мама очень ждет этого видео, хочет посмотреть на свой дом. Как мама вот. Ага, вот не написала. Ага. Я, кстати, видео. А вы в какой квартире живете? Вот в 7-й. Я сейчас видео-то сегодня вечером выпущу. Вдруг она будет смотреть. И мы что-то подъедем да, на обратном пути. Ладно. 7-й квартире. Нет, обратно мы поедем через Наманган сюда. Наманган? А, нет, мы заедем, да. Да, в конце-то уже заедем же сюда. А мы все равно оттуда на эту же трассу приедем. А вы где живете сами? В России, в Киров. В Кирове, да. Мы просто поехали сюда в гости. В Кировской области был. Да? Афанасьево. Ой, знаем. А лесной край. Да, я там была несколько раз. Ой, как там хорошо. Хорошо. Да. Совсем другой. Маленькие летали дороги, вот такая грязь. Да, а в Афанасьево и сейчас-то как бы дороги не видно. Ну. Там сделали, конечно, Киев. Еще с Афанасьево в деревню. Антоненки, Гришонки, Ващенки. Точно. Так и есть. Ой-ой, Гордино село тоже там. Вот все знакомые названия, да. Ой. Но тот район до сих пор, он еще экологически чистый, нормальный. Угу. Лес там, конечно, повыкосили. Да? Ну и выросло много чего. Незаметно, что... Это же обмен идет. Угу. Что-то выкосили, да, там да, следующий да, растет. Да. Ну ладно, пойду, там дочка. Ага. Все, спасибо вам большое. Ага. Ну вот, мама... Вот если бы сказали квартиру, мы бы еще и в квартиру, наверное, зашли. Такие люди, ой, рады, радехоньки, все рассказать, все показать. Ну, сейчас, если повезет, найдем и первый микрорайон. Ну, Сара, пойдем мы сейчас еще в первый микрорайон. Это квартал, значит, получается первый. Первый дом. О, написано первый дом. Синенькими. Синенькая вывеска. Сейчас пойдем поищем. Вывеска, наверное, еще с собой. Да. Ну, вот, наверное, по этой дорожке вы к маме и бегали. Ну да. Правда, сейчас пойдем. Махнули нам рукой куда-то туда, вдаль. Первый микрорайон, 11-й дом. Пойдем ногами туда. А, ногами? Ногами пойдем. Сказали, далеко. Далеко? Это вот здесь близко. Здесь проехать по надо. Здесь поинкомат, но надо куда-то за школу. За вон школа, кстати. Да, и вот туда. Вон школа за школу. Ладно, давай тогда проедем. Ноги будем беречь, нам ходить еще придется. Конечно. Много.
Я, конечно, таблетку выпила обезболивающую, но все равно. Ой. Так, буду показывать с машины, с окна. Там машина. Школа-то детский сад. Школа, наверное, вот это. Наверное, вот, да, вот эта школа. Вот, вот видно ученики. Да, вот эта школа. Мне сказали, где-то за школой. Угу. Школа четвертая. И детский сад здесь. Тоже, наверное, человеку знаком. Так, 45-й дом. Так, вот где-то туда. Дальше давай проедем. 45А. Так, двухэтажная. Так интересно, не по улицам, а по кварталам. Так, сейчас. Так, увидела. Сейчас вновь у Сары Шагаевой. Сейчас я спрошу за одну. Седьмой дом. Там на первый раз написано было первый дом. Первый квартал. Седьмой дом, вот он. Седьмой дом видим. Только первый квартал или нет, не знаю. Наверное, первый квартал. Двухэтажный, значит, значит, ну, да, первый. Так, седьмой дом. Вот седьмой. Вот тут восьмой, вот. А это седьмой. Седьмой, седьмой там. Не, ну просто показать, что это седьмой, написано семь. Так, вон седьмой дом. Скажите, пожалуйста, это первый квартал? Да. Адрес? Седьмой дом. Да. Вот. Да, первый квартал. Седьмой дом. Седьмая квартира где? Да никого. Просто тут люди когда-то жили 40 лет назад. Ну, я просто покажу снаружи. Никого. Мы просто ищем седьмой дом. Седьмая квартира, здесь люди 40 лет назад жили. Просто... Конечно, вот они просто просили показать вот сам этот дом. Сам дом. Сам дом. А вы про кого говорите? А не знаем. Вот у нас Нанс попросила Сара Шагаева. А вот уж, но... вот уж не знаю, она, может быть, по мужу уже просила, да. Что родители здесь жили. А фамилия родителей. Вот не знаем, если бы знали девичью фамилию, легче было бы искать. Ну, не знаю. Ну, просто попросили показать дом, мы и показываем. Все, больше... И седьмая квартира, они жили в седьмой квартире, сказали. Ну, это вот... Это какая квартира из них? Хорошо. Вот это, да? Да? Ну, вот если мы правильно вас поняли, любимые наши зрители, вот эта квартира. А мы не от женатовых, случайно? Нет. Нет. Мы из... Казани? Мы из России, из Кирова. Может быть. Может быть, они и есть. У них может. Три дочки. Но вот если среди них есть Сара, значит... Среди них не было, они татары. Но Сара тоже как бы не русская. Да, да. Ну, у нас вообще-то Сара здесь не было никак. Да. Может быть. Если так мимолетом... Может быть.
Нет, нет, у нас еще один адрес. Седьмой дом. Да, ну, еще вот пропрос много, там покажите. Тут квартал какой-нибудь. Первое написано квартал, седьмой дом, седьмая квартира. Ну вот люди подтвердили, что это седьмой дом, седьмая, это первый квартал. Ну вот если то опять или не то, не знаем. Ну все, мы свою миссию выполнили. Да. Выбирайте, выбирайте из всех. Мы уже третий, четвертый дом показываем. Так что, Сара, дорогая, любимая, показывай маме все дома. И первый дом показали, и седьмой дом показали, какой точно не знаем. В квартиру, конечно, мы заходить не будем, не стали. Там что-то за решетками. Все. Ну, поехали первый микрорайон искать с 11-м домом. А, кстати, сказали нам, в первом микрорайоне нету, во втором микрорайоне есть 11-й дом. Так что... Тоже информация неправильная. Вот как еще приходится. Ой, зарабатываем себе на шоколадку. Ты думаешь, нам шоколадку пришлют? Мне, конечно, интересно вот эти поиски все. Но сложно. Сложно, потому что все переименовано. Четырехэтажный дом, девятый. Да, вот девятый. Надо нам 11-й найти. Так, ну будем рассчитывать, что в ту сторону. Да, или в ту. Потому что она как-то по дороге же там говорила, проехать надо, да? Седьмой дом, да. После девятого идет 37-й дом. 36-й. Ага, да. Она говорила, едем до конца, где-то какой-то банк. Четырехэтажка, она сказала, да? Ну да. Пойду, говорит, снова четырехэтажки. 23-й. Далее. Пятиэтажки получается. Да, потому что... Так, тут непонятно какой. Так, здесь тоже не видно номеров. Первый. Едем по новому асфальту. Представляю, какая дорога была здесь до асфальта.
тогда был асфальт. Здесь обновили. Так, где ж найти нам дом? И куда сейчас? Куда сейчас ехать? Ну там частный уже, надо где-то сюда поворачивать. Сюда, где-то надо будет останавливаться и спрашивать. То есть мы сейчас выезжаем на ту дорогу, где кушали. Да. Только вот где-то вот здесь этих домов надо спрашивать возле больших. Где-то магазинчик-то ведь сказали люди. Спросили мы про подвальный магазинчик, и люди сразу сказали. Правда, он не работает? Да, он сказали, не работает. И там сейчас рыбу жарят. Сейчас вон там машина много стоит. Как с этой стороны встала. Пойдем спрашивать. Ребята, идем на запах жареной рыбы. Сказали, там жарят рыбу. Балик, это рыба жарит. Тут жарят. А мы-то думали. Мы думали откуда. Так, это 14-й дом. 15-14, значит, где-то следующие. 11-й. Но это не первый микрорайон, это второй микрорайон. А, вот написано, второй микрорайон, дом 14. Ага. Двенадцатый. Вот это 12-й. Так нас женщина, значит, тоже не туда отправили. Ну, получается, да. Единственное, что они сказали, да, уже ни одна женщина сказала, что в первом микрорайоне такого не было дома. Угу. Вот это должен быть вот этот 11-й. Так, вот по сути вот этот должен быть 11-й дом. Пойдем, да, у жителей. Они подскажут, что это не 11-й дом. Вот там 11-й, да? Спасибо. Вот тот дом. А там какой-то был подвальный раньше магазинчик, да? Вот это подвальный.
раньше, что надо было заснуть. Просто мы сами заснули, чтобы мы не в магазин, а там дом. Так. Выбирайся. Какой из этих домов? Ничего грубого вообще не пишет. Или вот этот 11. Или этот. А. Да. Ну там видно, с улицы вроде вот. Да, да, да. Сейчас мы. Ну, давай, да. Так, дворы-то получается. Двор-то с той стороны. А, нет, двор с этой. Нет, давай еще раз уточним. Сезон ищем. Здравствуйте. Вот этот? Вот этот? Да, 11. А, вот это 11. Ага, вот здесь подвальный магазин был, да? Да, да, да. А, да, у нас друзья. 65-й квартире. 65-й? Это вот, так, откуда вот, считается? Вот, да? Вот, здесь, вот где-то здесь, здесь, да. Где-то здесь, да, вот здесь, это? Вот здесь. А, ну, сейчас не знаю. Ну, сейчас у нее фамилия Шагаева. Шагаева Сара. Сара Шагаева. Сара. Но давно они уехали. 40 лет назад, наверное. 30 лет, наверное. Да, это не знаю. Это давно было. Сейчас в Россию тоже приехали. И вот едем в Кокан, они попросили заехать. Ну, вот смотрите. Это как память снимала. Да, да. Раньше как жили, так стоит. Только 2-3-4... квартира аква поставили. Угу. Скоро это будет. Да. Вот в этом подъезде 65-я, да? Да, да. Вот в этом подъезде 65-я квартира. 63, второй этаж. Второй этаж? Да. Второй этаж. Наверное, второй этаж. Вот где-то сказали на втором этаже. Так что все, что так, смогли, то нашли. Если 65-я, скорее всего. Угу. Если точно 65, да? Да, она, да, то точно. Но специально уточняли, она еще написала нам, что ага. Да, квартира. А вы где живете сейчас? Киров. Киров. Все, на севере. Каканты гости пришли? Я раньше в Янгиере жил. Вот, а 40 лет назад тоже уехали. А сейчас тоже приехал посмотреть. Да. Ну а так как в России же много уехали, да, и вот сейчас все пишут, туда заедь, сюда заедь, да, там да, сними, да. Вот уже Самарканд, Бухара, сейчас Кокан поедем, да. Потом на Манган поедем. Бухара тоже поехали? Уже ездили, уже ой, были. Ой, ну надо, я бухарская. Да, сейчас поедем, потому что уже туда съездили, сейчас в Киву надо, оказывается, ехать. Вот, а раз, ну, не, ну мы специально поехали. Да, люди хотят как бы. Вот посмотрите, какой у вас дворик. Что-то вспомните, киоска, наверное, не было. Да, тут все новенькое. Нет, магазин не был туда. Да. Вот он про подвальный магазинчик тут. Подвал. Ну, вот все он открывается. Вот они магазин покупали. Теперь открывается скоро столовой. Ну, надеюсь, угодили. Попали. Правильно, неправильно. Ну ладно. Единственное, что второй микрорайон. Да, да. Она написала нам первый микрорайон. Мы туда поехали, нет там. 11-го дома нет там. Да, и вот сюда приехали. 11-А. Вот это 11-А. Вот 65-й квартира, заходите. Не, уж заходить-то мы не будем. Если бы я здесь жил, да, ой, уж мы тогда. Так как не я жил, поэтому заходить неудобно. Ну все. Ну, я думаю, так что посмотрите, нас все приглашают в гости, все нам помогают и все в гости приглашают. Говорим, что народ здесь обалденно душевный. Душевно. Много куда заехать. Спасибо. Спасибо, спасибо огромное. Ну все. Просто едем. Посмотрели вроде дома, не знаю, то ли не то, попали туда, не туда. Тут свои-то дома в Янгиере еле нашли, а чужие-то. Ты еще адрес-то неправильно. Ну как смогли, ребята, то показываем.